Кто такая Надежда Ламанова? Надежда Ламанова родилась в селе Шутилово Нижегородской области. Получив образование школьного учителя, отправилась в Москву. Именно в Москве Ламанова стала сначала закройщицей, а затем откроет свой собственный модный дом и даже станет поставщиком императорского двора. Надежда Петровна Ламанова дружила с Полем Пуаре, шила платье для императрицы Александры Федоровны, шила платье для ее сестры и великой княгини Елизаветы Федоровны. И, конечно же, создавала невероятные наряды для московской элиты. После революции Ламанова закроет свой модный дом. Дом моды Надежды Петровны Ламановой никогда больше не откроет свои двери. Зато все ее мастерство, полученное при создании нарядов, она направит на создание театральных костюмов. В комментариях напишите, хотели бы вы узнать о других дизайнерах, которые создавали одежду до революции.